Администрация Десногорска принимает ряд мер, которые направлены на оптимизацию городской системы ресурсоснабжения. Совместно с концерном «Росэнергоатом» был разработан план мероприятий по привлечению инвестиций. Средства направят на содержание и развитие ресурсоснабжающей инфраструктуры в долгосрочной перспективе. Мы с вами должны четко придерживаться установленных сроков, которые есть в этом документе. Общество с ограниченной ответственностью «Атомтеплоэлектросеть» – новый оператор тепловой инфраструктуры города. Эта дочерняя компания концерна «Росэнергоатом» обеспечит надежную и безопасную эксплуатацию системы ресурсоснабжения, а также ее реконструкцию и модернизацию. Ранее эти функции относились к комбинату коммунальных предприятий Десногорска. Это впрямую связано с тем, как предприятие это будет работать в городе, когда будет организован филиал, да, потому что была структура. Реализация этих мер – это результат проведенных переговоров между губернатором Алексеем Островским и генеральным директором концерна «Росэнергоатом» Андреем Петровым. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.